Всем привет! Несмотря на погодные условия, сегодня мы выбрались на плотву, на крупную плотву, на Кременчугское водохранилище. Это село Нагорное, это уже более или менее такие хорошие места, где должна проклевываться крупная плотва. Рыбачим сегодня с Артуром. Вот такие красивые здесь краевиды, машину оставили далеко там. Взяли одну палатку небольшую, кубик, чтобы меньше, чтобы разгрузиться по снаряге. И топаем к лункам. Минут 20 от берега уже удалились. И еще минут 40 планируем пройти. В общем, какой план? Остановились. Мы где-то зашли уже на час времени отдаления от берега. Ой, сильно бегать сегодня не будем. Сейчас ищем по эхолотику рыбу. Где находим, ставим палатку и садимся. Потому что сегодня просто трэш какой-то. Рыбы поднабежало. Эхолотик на дне рисует, четко отрисовывает косяк плотвы. И решили опустить одну удочку, дабы посмотреть вообще, кто проклюнется или нет. В общем, установили палатку. Сейчас мы сядем вот таким образом, спина к спине. Я думаю, места предостаточно будет. Вот мы их две лунки, Артура две лунки. Можно было шлепнуть их даже чуть шире, но при таком ветре и так сложно далась установка палатки. Хватит нам места, Артур, как думаешь? Вчера зашел купить на капустняк мясо и вижу, вымя продается. Купил вымя, дома у меня с Пасхи остались пищевые красители. Я его порезал, замариновал с красителем. Короче, теперь у нас есть вымя, и это много что решает. Главное сесть на крупную плотву. Предположительно, эта точка самая уловистая из всех, которые мы сегодня простудировали эхолотом. Сейчас кормимся и сидим на подход плотвы. Прикормка какая хочешь. А мы будем использовать, вот у меня остаток плотвы есть. Универсал, еще это и добавим. Нам с Артуром на двоих со старта надо 4 самосвала. По самосвалу в каждую лунку. Ну, вот это где-то 4 самосвала, даже больше. Короче, крышимся очень хорошо, добротно. С расчетом на перспективу, что подойдет плотва, чтобы ее удержать. Заряжаем самосвал. Загружаем самосвал. И кормимся все по старой доброй схеме, по самосвалу в лунку. Объема такого самосвала с головой хватает на то, чтобы приводить и удержать какое-то время плотву. Сейчас у нас 4 лунки в палатке. 4 самосвала уходят по такому периметру. Я думаю, с головой прикормки хватит. Прикормки получается больше пакета. Короче, понеслась. Так, все, закормились. Выставляем удочки. Наверное, одну удочку поставлю на мотыля изначально. А вторую поставлю на вымя сразу. Такая вот наживка. Очень-очень популярная в нашем регионе у рыбаков, кто рыбачит именно на плотву. Плотва его кушает очень хорошо. И вот так вот раз наживила, можно полдня сидеть. Ну, у тебя просто такой канат, что у тебя нормальная плотва может мелочью показаться. Артур первую поймал. Ну где же она мелкая? Слушай, ребят, я поворачиваюсь, а у меня кивок загнут. Кивок загнут, и у меня, в принципе, уже тоже сидит плотва. Это называется, сели на плотву и понеслась. Поклевка была. У, Артур, а такая, посмотри. Ребятушки, все, нашли крупную плотву. Две рыбалки, которые были до этого по плотве, это было все ни о чем. Я знал, что эти места стрельнут, что они выстрелят по хорошей плотве. Короче, садитесь поудобнее и наслаждайтесь сегодняшней рыбалкой вместе с нами. Это просто бомба. Так, а куда мне складывать плотву? Я ее буду кидать сразу за палатку. Потому что место и так ограничено. Освободил ведерко от прикормки. Будем сюда складывать рыбу, ребят. Но плотва, да. Плотва вообще просто зачетная. Где-то сейчас вот здесь вот поставим. В нашей квартире разместимся здесь. Все. Будем рыбачить. Ну, видите, клев не особо такой, что... прям долбит хорошо. У Артура поклевка, у меня поклевка. И в принципе все, стоит молча. Но о, у Артура еще поклевочка, говорит, нормальная плотва. Ребят, радует то, что рыба здесь показала себя, обозначила, что она здесь есть. Поэтому я уверен, она сейчас подойдет на прикормку и будет все хорошо. Красивая. Красивая, да. Покрасивее. Первая на вымя, да? Да. Опа, опа, опа. Есть. Ребятушки, есть, и ой-ой-ой-ой, просто ты шо. Фух, как я скучал по такой рыбалке. По такой рыбалке, когда клюет исключительно хорошая плотва и мелочи нет. Артур, зацени. Ребят, ну это просто жир какой-то, а не рыбалка. Будет. Смотрите. Классик.
Да, под пивасик такая плотвичка аж побежит. Ее завялить. Я люблю, кстати, ее так вялить, чтобы, знаете, не пересушивать, чтобы она такая была слегка еще недосушенная. Самый центр. А если она еще с икоркой, отрезаешь, и там прям икра в разрезе. Очень круто. Аж слюнки потекли. Так, мотыль. Ух ты, блин. На мотыля клюнул, ребят. И да, плотва хорошая. Вы видите, получается, здесь поклевки нечастые. То есть между поклевками минут 5. Но это вообще просто монстр. Смотри, Артур, гля. Ребят, это просто мамка. Смотри, вымя. Нема. И у Артура поклевочка. Ребят, вы видите, что творится? Просто зацените размер этой плотвы. Это просто монстры уже начинают клевать. Да, дорогого стоило сюда добраться, конечно. Мы по берегу только сколько на машине ехали. Нас еще мужики перестрелили. Говорят, куда вы претесь? Говорю, ничего. На моем бобике мы проедем где угодно. Я думаю, с таким размером плотвы, ребят, надо наживляться полностью, ставить вымя и не выделываться с этим мотылем. Ребят, еще одна поклевка, но это такая, ну, немножко поменьше. Не такой монстр, но все равно очень-очень приятная плотва. Да ну смотри, Артур, глянь, что творится. Не монстр, а у меня просто лупят такие свиньи. У Артура только что две штуки к ряду, ну такие помельче, мелковатая. И здесь уже, гля, поклевка, не, мимо. Да, пошла жара. Что говорится, пошла жара. Пошла водичка в огород. Так, это сюда. И это сюда. Все, понеслась, ребят. Вот это рыбалочка. Просто ты шо, блин. Обстановочку в палатке показать. Ребят, ну шикарно. Честно сказать, сейчас на улице там минус 13. Мы, по-моему, ехали сюда. Но в палатке вообще хорошо. Вот просто, может, мы даже надыхаем как-то. И без какого-либо отопления совершенно не холодно. Прекрасно. Сидишь, лунки даже не шоркнут. А у нас здесь... У нас здесь поклевка. Поклевка такая плавная. Стало быть, делаю вывод, что здесь хорошая плотва сидит. Прям вот от слова хорошая. Я вот чем ближе под лунку, вы знаете, тем она лучше давит. Артур, глянь, зацени. Маман очередная подъехала. И тут хорошо один поводочек. Ничего не путается. Шикарно просто. Пошел себе на кос крупной плотвы. Вот это да. Вот это, я понимаю, рыбалочка. Приятно так рыбачить. Ну так это ж плотва, нифига себе. Таких, блин, два десятка и полная ведерка будет. Вот вроде неплохая идет. Да, хорошая плотва. Подсела на удочку с одним поводочком. Так, чтобы леска не запуталась. Смотрите, какая мама. Артур, зацени. О, ребятки, это, наверное, самое крупное за сегодня. Гля, это реальный батон. Это реальный батон. Слушай, ну сейчас, наверное, даже фоточку надо с такой сделать. Instagram Energy Fishing. Всегда самые свежие фотки с моих рыбалок. Ребятки, подписывайтесь, кто не подписан. Ссылочка будет в описании. О! Вот что-то я такой разловился. Батончик. Да, Артур нормальной плотвой тоже обрыбился. Не, ну у него тоже нормальные такие были, но это вообще красиво. Смотрите, у меня тут как раз на вымя кто-то шатает. Наконец-то вроде бы ничёшная плотвичка подсела. Сколько? Наверное, ну минут 20 я такого ничего не доставал. Более или менее серьезного, нормального. Это под лункой прям стартует. Ты шо? Аккуратненько. Зацените, друзья, какая мамочка. Редко, но метко. Согласен. Пускай лучше так. Хорошая плотвичка. Артур предлагает перекурить. Ну, в смысле, почаевничать. У меня здесь исключительно свой чай. Ну, вы уже, наверное, знаете. Здесь нет сахара. И чай на травах. На афганских? Если бы. Покамись на ромашке и тому подобное. А удочки, наверное, пускай клюют. Ну, если будет хорошая такая поклевка, прям с таким плавным загибом, я, наверное, да, все-таки среагирую. Не, пойдет обстановочка. В принципе, для двоих палатка тоже с головой хватает. Можно даже с ночевкой. Но, естественно, не будет где расположиться там с раскладушками. С ночевкой надо будет мою новую. А этот кубик как мобильный вариант. Вообще, мобильный офис. Замечательная.
Да-да, слушай, тут вообще так метет. Ну не метет, а ветер, в смысле, дует хороший. Ребят, выбрались на улицу. Слушай, тут вообще другой вариант, не так, как в палатке. Руки сразу мороз обжигает. Фу, короче, ваше здоровье. По чайку. А после чая пить я зашел, а тут кто-то уже нарисовался, сидит. И кто же это? А это такая довольно-таки неплохая плотва. Клюнула на верхний крючок. Да, конечно, с двумя поводками. Ой, чуток посложнее. Ого, зажрало. Получится вытянуть? Да, получится. Один поводок вообще шикарно, не путается ничего. Но два иногда, видишь, бывает такое. Ну, в принципе, быстренько освободили. Точки сразу подрезают. Давай. Иди сюда. Добрала. Ну да, причем хорошая плотва. Да, вымя, конечно, решает, ребят. Один раз наживились и рыбачите. Реально часами можно ловить, вообще не париться. Ой-ой-ой-ой. О, такая, как вам, тетенька. Вообще просто замечательная плотва. И замечательная рыбалочка. Трехочковый. Майкл Джордан. Все дела и все. Поехали дальше. Смотри, здесь сразу же. Ой, ну здесь понаряднее плотва. Здесь прям таки хорошая. Как бы вообще, Артур, слушай, не самая лучшая Ну, не самая лучшая, но одна из самых красивых, я бы так сказал. Она двумя крючками, просто понял, зацепилась, и поэтому она шла так немножко вертолетом. По ощущениям была прям самая красивая. Ну, плотва хорошая, что сказать. Вот это рыбалочка, ребят. Ты шо? Смотри, как наполняется у меня ведерко быстренько. Ой, а тут кто-то хороший прям подсел. Ребята, уже такое, блин. Не то, что чай не успеваю попить. Ой, зацени, Артур. А, вот это да. Ребят, посмотрите, какая. Реально зимой давно я такую плотву не ловил. Очень красивая. Трехочковый. Так, надо быстренько допивать чай. Да рыбачить, потому что клюет очень хорошо. О, не время чай пить. Все, годится. Вы знаете, ребят, мелкой сейчас вообще нету. Прям дебила, и одна за одной. Смотрите, что творится. Это просто праздник какой-то для души. Попасть на такую плотву. После двух рыбалок, можно сказать. Ну, не пролетных, но такое. Вчера тоже сел на плотву, нормально пострелял, но очень-очень много было мелочи, много отпускал. А сегодня такое, мелочушка подошла, совсем недолго поклевала, а сейчас в основном хорошая плотва проклевывается с какой-то периодичностью. Что-то не крупное, ребят. Сейчас пару рыбёх поймаем, посмотрим. Ну да, не крупная плотва. Если такое будет продолжаться, то обратно ставим удочки и, как говорится, вымя рулит. Решила эту затею с безмотылкой пока оставить. Что-то не зашла она мне. Артур говорит, кто-то. О, да, это уже маман. Смотрите, какая такая, в полторы ладохи. Тарань хорошая. Короче, я поставил удочки свои. Я думаю, на вымя будет понаряднее рыбалочка. Вон была поклевка, но не моя. Ой, как загнуло хорошо. Загиб именно такой. Плавный. Типа нормальная тарань. Ну да, не сказать, что сильно крупная, но пойдет. Да, это вам не безмотылка. В некоторых случаях покайфовать я такой, чтобы и на безмотылку могу посидеть, чисто кайф получить. Но сегодня немножко не тот вариант. Сегодня рыбалка прям располагает на стоячие удочки. Именно на вымя. Потому что мотыль задолбешься перенаживлять. Вымя поставил и все. Я один раз как наживился, уже он сколько рыбы поймал. Зацените, как кивочки понатягивала. И леска туда пошла. В общем, водичку качнули. Я что-то и забыл, что здесь есть течение, да.
Но я сегодня нахожусь под другой стороной водохранилища, поэтому да, здесь течение под этим берегом дует. Обана. Не наша поклевка. Первая такая нечешная рыбешка после того, как начали дуть течение. Ой-ой-ой, глянь, что там творится. Не, ну то мелочуха была. Кстати, ребят, стало похуже. Да, странно, конечно. Дали воду, но стало похуже клевать. Сейчас сидим, так время от времени что-то проклевывается. Но такого жора уже нет, как по стоячей воде. Ну, может, это ненадолго. Кстати, на рыбалку у нас осталось, ну, где-то, ну, часика полтора максимум. Мы сегодня... Во сколько, Артур, мы сели сегодня на лунке? В 10 минут второго. В 10 минут второго только сели на лунке, чтобы вы понимали. Мы не особо спеша сегодня проснулись, собрались. Вот, пока собрались, пока туда-сюда, пока доехали. Пока нашли рыбу хоть какую-то. Тоже, конечно, очень важно найти рыбу, потому что просто так приехать на водохранилище, от фонарно сесть, навряд ли так попадешь на нормальную плотву. Надо хоть какую-то концентрацию ее найти. Ну, крупняк, ну, хорошенькая, не, да? Не мелочок. Да не, нормальная, я вон только что ее в лунке увидел. А, не, нормально. Одна, ну, хорошая, да, такая маман. Приятная, когда берешь вот так в ладошку, и здесь хвост вытарчивает, а здесь голова еще нормально так. Вот у меня вроде тоже неплохая такая подсела. По крайней мере, блин, вот сразу стартовала так неплохо, а сейчас уже как обычно. Не, ты смотри, я ее просто с лету взял. Я ее на арапа взял, поэтому как-то так быстренько вывел. Хорош. Не, нормальная рыбалочка сегодня. Я думаю, если бы мы с тобой сегодня с утра с самого сидели, мы бы уже нормально наторбили. Так у нас получается рыбалка, сколько? Ну, трехчасовая, по сути. Но, тем не менее, нормально. Мы все правильно сегодня сделали. Рыбку нашли, сели на рыбу, закормились правильной прикормкой. Поэтому все сложилось. Смотри, только поставил сразу. Клев, скажем так, ну, стал хуже, но зато плотва хорошая время от времени улетает. Вот это мне нравится, так рыбачить. Да. Пойдет. Ребят, еще будет у нас вечерний клев. Вот, я думаю, мы до сумерек посидим. И вот тогда будут именно такие крупные особи. Ну и, конечно, мы сильно много не сможем выхватить, потому что мы без фонарей. А еще же возвращаться в районе часа по льду топать. Поэтому, короче, обратно будем идти исключительно по навигатору. Вот эта плотвичка, ну-ка, да, вот так вот покажу. Да, Артур только что поднял, держи, очень хорошая. Приятная плотва. Я же говорю, под вечер будет хорошая плотва клевать. Ну да, ребят, уже такое, как скоро и темнеть будет начинать. Я же вам говорил, под вечер пойдут нормальные особи. О-о-о! Маман, ну это просто икорная хорошая плотва. Ты шо? Прикинь, такие все были. Три десятка и все, и просто рыбалка сделана. Что, и у тебя хорошая? Ты же, знаю, но... Я же говорил, под вечер подойдет, Артур. Под вечер будет все как положено. Давай посмотрим. У тебя дуплет просто. Рыбалочка дуплетами просто. О, какая тетя. Ребят, прям не хочется, вы знаете, и уходить. Уже начало пятого, сейчас будет темнеть, а уходить не хочется. Но опять же, есть же такое понимание, что нам надо час еще топать по льду. Но если прям быстрым-быстрым шагом, ну минут может 50, я думаю. Вечерняя рыбеха пошла. Там уже пакетик у Артура так под натрамбу. Да, видно, так давить не кисло. Оу. Ну да, это маман. Хорошая. 20 минут пятого. Уже видите, солнце село, начинает потихоньку сереть. Ну как-то на улице не очень. Честно сказать. У меня тут и поклевочка. Мимо. В палатке намного лучше. Сейчас по последней будем собираться. Друзья, ну у нас все как обычно. Досиделись до темна, теперь в ускоренном темпе уже собираемся. Смотрите, только что делал превьюшку. На заставку, в общем, для видео делал фотографию. Вот смотрите, мой улов. Ну, килограмма 3-4. Я думал, кило 4 здесь есть. А, тарань я поймал. Ну, что радует, что тарань, ну смотрите, прям
хорошая тарань хорошего размера. Я же вам недавно обещал, мы попадем на нормальную тарань и половим нормальную плотву. Но это по-любому не предел. В принципе, рыбалка я доволен, но я знаю, что рыбалка на плотву может быть совсем другая, может быть намного лучше. Поэтому все у нас еще впереди, лед еще постоит, намерз хороший. Поэтому не пропускайте новые видосы. Кто не подписан, подписываемся обязательно. А на сегодня все. Всем пока.